смешно. Попробуй. Обхохочешься. Табуретка спасительница. Карантинчик. Всем доброе утро. Пока Адриан там занимается спортом, чтобы не поправиться за этот карантин, я вытащила фарш, и мы сегодня будем делать пельмени домашние. Так что он сейчас сожжет калории, потом наберет их обратно. Что она там говорила с тобой? А с кем вы говорите? Нужно ей кушать. Чуть-чуть больше дать. Да, Мига? Ай. Везде пустота. Только человек с собачкой гуляет. Потому что только они могут выходить на 5-10 минут вроде бы. А так все по домам. Ну и музыка. Эти дни очень много музыки. У нас Микаська спит. Я сидела чуть-чуть, монтировала вчерашний влог, но что-то зависла моя программа для монтажа. Так что я пока что читаю новости, которые совсем неутешительные. Ну и слушаю, что там на улице происходит. Еще один человек, ну этот, походу, какую-то покупку делал. Хотя сегодня воскресенье, и по идее все закрыто. Ну, несет апельсины и хлебушек. Это можно найти в каком-нибудь фруктовом. И погода у нас сегодня опять замечательная. Если не уничтожу микроволновку головой, то хорошо. Что тебя так колбасит? Ты как будто червячок танцующий. Пельмени у нас уже готовы. Еще чуть-чуть мы заморозили. И здесь еще варятся вареники с вишней. Ну и ситуация у нас в Испании очень хорошая. Есть 28 572 инфицированных. И 1725 людей уже умерли. И сегодня утром власти решили, что продолжат карантин на 15 дней. То есть к тем 15 дням, что были, еще приплюсовали других 15 дней, так что нас впереди еще ждет 3 недели карантина. То есть, как и эта неделя, нельзя выходить без нужды, нельзя гулять по улицам, потому что все это будет наказываться штрафами. Так что следующих 3 недели мы проведем еще вот так же в доме, но будем надеяться, что это поможет и наконец-то уйдет этот коронавирус. Хотя экономика, конечно же, уже подшатнулась очень сильно, и многие люди сейчас, конечно, будут страдать финансово, и это, конечно же, ужасно. Но что делать тут без вариантов?
принципе, мы психологически еще держимся достаточно хорошо. Пока что мы не ссоримся. Как я говорила, здесь очень много вызовов из-за ссор. Много времени проводят вместе и начинают ссориться в Сараосе. Вчера я читала, что полиция приехала, ну, потому что ей позвонили из-за домашнего скандала. Они приехали, там женщина была вне себе, они забрали ее в участок. Эта сопротивлялась, плевала на них, кричала, что у нее коронавирус. Ее там подержали чуть-чуть. Пришел адвокат и устроил так, что ее вытащил. И плюс еще не поставили ей никакого штрафа, ничего. То есть она вернулась домой. И у этой женщины двое детей, две девочки вроде бы. Короче, она вернулась домой. Но перед этим у нее взяли анализ на коронавирус. И самое худшее, что этот анализ подтвердился. То есть сейчас 8 полицейских находятся под карантином. И им тоже сделали этот тест. Но, конечно же, они их пришли домой, общались со своими родными. Так что из-за этой женщины сколько еще людей заразилось, плюс адвоката можно приплюсовать, и я не знаю сейчас, что будут делать, но я бы ей поставила или штраф, или прям в тюрьму ее поставила вот за такое вот. И там писала, что она плюс к этому, это уже не первый раз полиция к ним приезжала, что она очень такая агрессивная. И много скандалов у них было еще до этого коронавируса. Так что вот такие вот неприятности творятся. Люди сами усложняют ситуацию и без этого сложную. А здесь только нужно набираться сил, поддерживать голову холодной и принимать все спокойно. Сегодня бразды правления на кухне отобрала я, потому что Адриан вчера нам готовил ужин. Также сегодня в обед он и замесил тесто, и раскатал его. Так что он на кухне провел много времени. Так что сегодня вечером ужин готовить буду я. Что у нас будет на ужин? Здесь у меня говяжья печень. Я ее замариновала с бренди и солью. Она у меня уже стоит, наверное, минут 15. Ее я буду жарить сейчас. Жарится она быстро, так что перед этим я буду делать салатик. У меня здесь есть свеженькие зеленые листья и красные. Потом я буду использовать помидор, авокадо, петрушку, лук, козий сыр, красный перец и оливки. Потом я салат посолю и заправлю оливковым маслом и вот таким вот бальзамическим кремом. И вот такой у нас будет ужин сегодня легенький. Красочный и, самое главное, здоровый, полезный. Ну и печень я буду жарить на оливковом масле. Потом я добавлю соевого соуса. И все это я буду жарить с чесночком, красным перцем. Был бы в идеале лучше зеленый перец такой длинный. Я не знаю, как его называют, итальянский или как, но у нас такого нету. Так что будет красный и лук. И потом я еще чуть-чуть добавлю муки белой. Ну вот, муки совсем чуть-чуть, где-то ложка столовая, где-то так. На разогретую сковородку я добавляю масло. Совсем чуть-чуть. Потом добавлю лук, перец, чеснок. Это все вместе.
потому что нужно, чтобы оно просто подтушилось. Потом муку и печень, и соевый соус. Посолюшечки, овощи, совсем чуть-чуть. Так, теперь добавляю муку. Еще чуть-чуть оливкового масла. Ну, теперь печень прямо с этим маринадом совсем тоже туда. Тут можно хорошенько это все перемешать. Жарить. Ну и теперь добавляю совсем чуть-чуть соуса. Перемешиваю это все. Совсем чуть-чуть воды. Так, это все перемешиваю. Накрываю крышкой потом. И оно будет тушиться чуть-чуть. Все, я заправила салат. Печень тоже на подходе уже. И сейчас будем ужинать наконец-то. Все, соус стал уже такой достаточно густой. Так что я думаю, что здесь уже все готово. Готово. Адриан у меня не очень любит печень, но это очень полезно. Так что пойдем-ка мы ужинать. Ну что же, мы поели. Я уже убрала кухню, Адриану понравилась моя стряпня, он съел все, хоть ему не очень нравится печень, но это блюдо ему понравилось. Ну и мы уже будем смотреть наш сериал, я на сегодня с вами буду прощаться, увидимся с вами завтра, всем хорошего настроения, берегите себя и всем пока-пока.